Добро пожаловать на церемонию подписания меморандума о сотрудничестве между ОСО «Альянс Алтын» и КРСУ имени первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Такого рода сотрудничество просто обязательно для университетов в 21 веке. Для наших студентов это крайне важно, что они не просто получают формальные знания по каким-то учебникам от профессуры, а они приобретают реальные компетенции и социальные связи, и возможность уже трудоустроиться на старших курсах с тем, чтобы понять, хочется им работать в этой профессии дальше, или все-таки, может быть, пойти в магистратуру, или сделать себе курс переподготовки и поменять траекторию своего личностного карьерного развития. И вот с «Альянс Алтын», по сути, с первой из корпораций, мы вышли на формат очень тесного взаимодействия в части повышения качества образования. Сегодня мы сделали первый большой шаг по долгосрочному сотрудничеству с Кыргызско-Российским Славянским университетом, направленное на организацию обучения, на расширение методов и форм обучения, на улучшение профориентационной работы, на повышение квалификации как сотрудников нашей компании, а также учителей средних школ в регионе и преподавателей межотраслевых учебных центров. Также прохождение практики студентов университета на участке, прохождение производственной практики и совместное проведение аналитических, исследовательских работ, позволяющие получить результаты что в работе, что в обучении. Мы надеемся, что наше сотрудничество позволит нам достичь высоких результатов и внести большой вклад в развитие образования.